Более 350 российских граждан вернулись домой из Азербайджана. На пункте пропуска Ярак-Казмаляр. Их встретили представители Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана. Всем пересекшим границу сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами измерили температуру, после чего они были отправлены на двухнедельную изоляцию в санатории «Дельфин» и «Одиссей». Напомним, возвращение российских граждан стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между руководством России и Азербайджанской республики.